з Екатерина. І здесь, да, зал, взрываемся! Студентка Сочинского университета Екатерина Туз стала лучшей в номинации «Гореть всегда, гореть везде». Катя – яркий представитель сочинской молодежи. Своим примером доказывает и показывает всем, что годы обучения в ВУЗе могут быть не только полезными, но и интересными. Она активный участник всех городских мероприятий. Горит сама и зажигает других. Вся команда конкурентов была довольно-таки с высокими показателями. То есть действительно было тяжело соревноваться, потому что мы на том уровне находимся примерно равно. Еще одну награду финала конкурса «Студент года» из Краснодара увезет Ника Джанаши, студент Сочинского института экономики и информационных технологий. Он защищал честь сочинского студенчества в номинации «Акула пера». Ника активную общественную жизнь ведет 4 года. На его счету участие в 300 городских акций. Плюс он автор и ведущий проекта «Смотри Сочи». Это развлекательные новости о жизни города. Стоит отметить, что в Сочи очень, кстати, развита именно молодежная политика. А именно в «Студенты года» это как бы первый конкурс края и вообще первый раз принимаю в нем участие. И очень классный конкурс, достаточно интересные испытания, много талантливых людей. Гран-при конкурса «Студент года» в индивидуальных номинациях в этом году достался Ксении Максименко из Российского экономического университета имени Плеханова. Мы переходим